Вы смотрите новости МТРК, и мы продолжаем наш выпуск. Один из самых важных праздников – 15 мая весь мир отмечает День семьи. В честь этой даты на территории перинатального центра появилась аллея матери и ребенка. Высадили 15 пышных елей. В озеленении участвовала и наша съемочная группа. У здания перинатального центра всегда бывает много мужчин. Но сегодня они пришли не повидаться с женами и первый раз увидеть своих новорожденных малышей. У них миссия. Вместе с представителями Ассоциации деловых женщин и молодежью они создают аллею матери и ребенка. Свою зеленую красавицу в этот день посадила семья Жумабаевых. За работой отца внимательно наблюдают Амина и Айша. Двойняшки у них самые младшие. Им по 2,5 года. Справиться с двумя принцессами их маме несложно. Ведь у девочек 2 старших брата и 3 сестры. Многодетной мамой быть не просто, тяжелая работа. Я сама из многодетной семьи, я знаю, как это. Они друг с другом вот, дружные, даже вот во дворе, когда играются, они вот с детьми ладят хорошо. Сейчас в стране у нас все вот сделано, чтобы иметь большую здоровую семью. Место для этой аллеи выбрали не случайно, ведь именно здесь на свет появляются цветы жизни. Да и дата символичная. Сегодня весь мир отмечает День семьи. Ассоциация деловых женщин по всему Казахстану сегодня закладывает скверы матери и ребенка. 11 лет назад у нас была такая традиция. Во всем мире чтят семью, потому что без семьи человек никуда. Семью надо беречь. Семья – двигатель вообще прогресса, я считаю, в жизни каждого человека. Потому что благодаря семье ты развиваешься, благодаря семье ты здоров, благодаря семье ты можешь делать карьеру. В тяжелые минуты семья с тобой. В этот день территорию перинатального центра украсили 15 елей.